недели в городском округе Люберцы началось с оперативного совещания в администрации. Одной из главных тем стало ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона. Подробности у нашего корреспондента Луизы Егиазарян. Главная задача властей Подмосковья – повышение реальных доходов жителей и обеспечение стабильных темпов экономического роста. Сейчас по объему консолидированного бюджета Московская область занимает второе место в стране. В 12 муниципалитетах созданы центры оказания услуг и поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Один из них у нас в городе в Люберцах. Перечисляя основные аспекты обращения губернатора, Владимир Ужицкий отдельно остановился на темах здравоохранения, экологии, строительства социальных объектов и качества образования. Кроме того, глава Люберец напомнил о реализации программы материнского капитала в Московской области и других мерах поддержки молодых семей. Свое выступление Андрей Юрьевич завершил, озвучив ключевую идею послания президента Федеральному собранию. Это внимательная, чуткая, заботливая власть. После выступления главы совещание продолжилось в обычном режиме. Об оперативной обстановке в округе доложил начальник люберецкой полиции Евгений Романцев. За прошедшую неделю Управление Люберецка поступило 1700 обращений граждан. По данному обращению возбуждено 36 уголовных дел, из них 36 раскрыты по горячим следам. В Люберецкое подразделение пожарно-спасательного гарнизона 30 раз поступал сигнал тревоги. За минувшие 7 дней на территории обслуживания ведомства произошло 7 пожаров. 3 из них в городском округе Люберцы. Пожары произошли один в частном гараже, один в жилой квартире и один в бытовке. Также один пожар произошел на территории городского Лыткарина, и 3 раза оказывали помощь коллегам с Раменского гарнизона. Система ЖКХ городского округа работает в штатном режиме. Замена лифтов в многоквартирных домах завершится в конце этого месяца. Полностью выполнено 94 лифта из 130. В работе 36 лифтов в 18 многоквартирных домах. В проделанной работе отчитались также начальники управлений дорожного хозяйства и благоустройства. О результатах минувшей недели доложили представители компании «Эколайн Воскресенск» и «Мособл-ЕРЦ». Руководство Люберецкой областной больницы доложило о ситуации в сфере здравоохранения. Луиза Егиазарян, Алексей Андреев, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.